читать, но чуть-чуть могу считать. Но Роблоки знаю я. Это очень любит он меня. Это Бог мне создал. И мне папу с мамой дал. Потому я говорю, мой творец, благодарю. Аминь. А очень хочу, как же кей, искать с Иисусом. Следующий. Собрание еду по шкале, чтоб слушать о Боге вечно. Я знаю, что может Господь войти и мое сердечко. Откройте для него дверь, чтоб жил он со мной вечно. Аминь. Рассказать и папа с мамой не о Господе Христе, что Он любит самых малых и хранит в своей руке. И хотя я небольшая, но теперь молюсь Ему, Иисуса прославляю и за все пою хвалу. Если утром глазки ты откроешь, то увидишь новый чудный день, значит, Божья милость над тобою продлевает жить Господь тебе. Преклони пред Ним свои колени и за все Его благодари. В новом дне без ропота и лени только добрые дела твори. И когда день склонится к закату, ты не станешь ни о чем жалеть, но от сердца радостно и свято Иисусу славу будешь петь обеть. Милый стройный одуванчик, яркий предел кафтанчик, и красуется стоит, время ж быстро летит. Май проходит стороной, одуванчик стал седой, ветерок вдруг налетел, и бедняга облысел. А в ног его халат, два жука уже едят. Жизнь земная, как трава, но Евангелие слова возвещают, что Христос искупление принес, что за межами земли мы вовеки жить могли. Аминь.